приветствую вас на своем канале. Сегодня будет быстрый рецепт сырных вафель. Для этого нам понадобится 2 яйца, непосредственно сыр, у меня здесь где-то 150 грамм, тертый и твердый, сахар, разрыхлитель, можно соду, мука, где-то 2-3 столовые ложки, и у меня ряженка, можно кефир, можно молоко, можно растительное молоко, все на ваше усмотрение. Опять-таки сахар, разрыхлитель, все это вы можете замещать. Итак, давайте быстренько их сварганим. Взбиваем яйца вместе с сахаром и щепоточкой соли и добавляем ряженку. А ряженке нам понадобится приблизительно грамм 200. В эту массу добавляем сыр натертый и все хорошенечко перемешиваем. Вот такая у нас получилась консистенция. И теперь мы добавим приблизительно 2 столовые ложки муки. Предварительно обязательно ее просеять. Так будут вафли намного пышнее. И в просеянную муку я добавляю разрыхлитель. Здесь у меня разрыхлителя на 500 грамм. Вот. Поэтому я добавлю буквально чуть-чуть. И перемешиваем. Так, вафельница у меня уже разогрелась. Покажу вам, какая получилась консистенция. И приступаем к выпеканию. Я буду прям вот так вот наливать с тарелки. Чик и чик. Накрываем и ждем 3-4 минуты. Вот такие вот получаются вафельки. Они получаются такие нежные. Давайте я вам покажу. Сырные, да, сырок тянется. Я уже заварила чай и буду кушать. Всем приятного аппетита!